И всем привет, с вами Train Rus. Сегодня мы... Это вторая часть поездки в Кузнечное на S2G. Я тогда не сказал, какой номер. Это сотая. Сейчас, как вы помните, мы находимся на станции Токсово. Вон вечер уже, 18:02. И во второй части мы проедемся от Токсово до Соснова. В это время у нас будут остановки 69 и Орехово. Поэтому, ну что ж, садимся и отправляемся. Так, вот 10 километров до Перья еще ехать. Прекрасно. О, ЧМ-3 вон поехал. Посадка окончена, поезд отправляется. Следующая станция Токсово. Так, все, двери закрылись, наверное. Да. Так, все, ну что, садимся и отправляемся. Так, все, начинаем отправку. Зеленый. Угу. Ну что, включить, как раз гонимся. Так, в общем, мы уже почти прилетели к Пере. Осталось тут совсем немного. Вон, 0 километров до Пере. О, вон они. Так, пролетаем. Ага, так, значит, перепролетели. Дальше у нас будет... сейчас скажу, что у нас там будет дальше. Дальше у нас Грузина через 12 километров. Так, пролетаем переезд платформы. Сейчас скажу, какой платформы мы пролетели переезд. 39 километр. Такие вот дела. Пролетели еще какую-то заброшку. Ну или не заброшка. Значит, все. Сейчас уже подлетаем. Вот, Пере. Ой, не Пере, а Грузина. Так, все. Летим. Ну так, все, пролетели. Дальше у нас через 11 километров Васкилово. После Васкилово... Стоп. Да. Дальше Васкилово-Орехово и Орехово-Сосново. А в следующей части уже она будет заключительная. Я не буду говорить, какие там перегоны. За это время у нас будет только одна платформа за это время. Но пока мы будем ехать... Это... Нет, я имею за этот перегон. Приезд. Так, это будет платформа 47 километр. Так, ну а вот и 47 километр. И электричество снова. Так, ну в общем, пролетаем Васкилово. Дальше у нас Орехово. Там мы уже будем останавливаться. И, кстати, хочу сказать тем, кто не знает еще. Те, кто из Ненобласти, Питера, но... Вот. Сегодня какое число вообще? 30 мая. Сегодня запустили тактовое, ну или вчера, не помню, когда, по-моему, сегодня. Запустили тактовое движение поездов до Раннейбаума. Так что вот. Поезд с Костомыши поехал. Вон 59 километр. Дальше будет Лемболово. Кстати, надо уже скорость снижать. Начинаем снижать скорость. Думаю, 125 хватит. Вот Лемболово, кстати. Чуть забери. Все, дальше Васкилово. Орехово. Включусь, когда приедем в Орехово. Блин, 2 километра. Так, ну в общем, вот оно, Орехово. В принципе. Мы приехали в Орехово. Можем... Да. Так. Значит, дальше 69-й, ну и сами знаете. Соснова. Так. Тормозим. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Сколько еще ехать-то надо? Так. Все, сейчас останавливаемся. Поезд прибыл на станцию Орехово.
Так, все, объявил информатор, что мы прибыли в Орехово. Сейчас надо остановиться. Как то? Надо поближе подъехать. Все. Остановка удачная, да ладно. Ну, в общем, вот. Так. Сейчас надо выйти проверить, чтобы все двери открылись. Угу. Вот. Кстати, в прошлой части набрала 130 с чем-то просмотров. 36, по-моему. Так. Посадка окончена. Поезд отправляется. Следующая станция. Платформа 69-й километр. Так, все. Двери закрылись. Через 10 километров нет, не 69-й, а Соснова. Ну что, поехали? О! Вэл, 10 он поехал с товарным. Так, начинаем разгон. Разгоняемся, разгоняемся. Ехать я здесь буду максимум 120-130. Или это 125, наверное. Поэтому вот. О, еще один вывод. Что как-то много развелось. Короче, я уже приехал в Сосново. У меня память на телефоне закончилась, поэтому не смог снять 69 километр. Так, ну что, все, тормозим. 13, нормально. Поезд прибыл на станцию Соснова. Ну что, а на этом наша вторая часть подходит к концу. Все, спасибо, что досмотрели до конца, если вообще досмотрели. Ну что, всем пока!